Знакомьтесь, перед вами золотой грызун по кличке Цаца. Именно этот питомец выбран в Бобруйске символом 2020-го. Живет внутри в мини-зоопарке Зверополис. Здесь она поселилась 4 месяца назад. В одном вольере теперь уже дружелюбное животное соседствует с кроликами и другими себе подобными. Она уже у нас красивая, ручная стала. Внутри они вообще по природе по своей достаточно дикие и животные. Опасливые. К рукам они не приручаются. Ну, у нас в зоопарке приручаются все, все ласковыми становятся. Ну, и как все животные, у нас в зоопарке очень любят мучное и конфеты. Желатиновая конфета и печенька – это самое любимое угощение у всех животных в зоопарке. Мать родную продадут за печеньку и конфету. Наверняка вы помните и милое создание по имени Звезда. Вот такой она была в прошлом декабре. Кстати, участи ножа и вилки эта свинка избежала благодаря работникам зоопарка. Ее выкупили, когда увидели объявление. Весь год хрюшка достойно несла звание символа 19-го. Работала не только на праздниках, но и даже становилась неоднократным победителем поросячьих забегов, видимо, в знак благодарности. За год Звезда значительно набрала в весе и сейчас живет по соседству с Цацей в одном загоне с козочкой Молли и причудливым пушистиком. Это молодая курочка китайской хохлатой породы. А курочка наша очень интересная, потому что она почти с самого рождения жила с морскими свинками. И вот она не принимает в компанию ни одну курицу, потому что искренне верит, что она морская свинка. Она у нас пьет из поилки, она издает характерные звуки, которые издают морские свинки. Селекционные белки, белый мраморный лис, енотовидные собаки и шиншиллы. В Зверополисе уживаются порядка 20 видов животных. Практически каждый из них со своей трогательной историей. Например, вот эта крыса – настоящий счастливчик. 3 раза подряд она попадала в террариум, но в качестве корма ее не восприняли. С тех пор питомца и прозвали Лаки. Ну а символ 2020 на протяжении всех праздничных дней будет представлен на главной елке. Принести угощение питомцу и познакомиться с другими животными также можно и по адресу Карла Маркса, 78. Кстати, Цаца обожает мандарины и апельсины. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.